Всем доброго времени суток. Наконец-то заработал шикарный магазин Bugatti. И что и следовало доказать, а здесь раньше был не менее шикарный магазин Казар. И он не был столь популярен, скажем так, у рижан. А вот Bugatti реально с первого места, ну, с первого уже месяца пошли реальные продажи. И этот магазин успешный, и сюда люди идут, и сюда реально покупают. Ну, потому что в сравнении с тем магазином, тот был супер инновационный магазин. А здесь есть реально обувь для жизни, которую люди покупают, которым она действительно удобна. Ценовой контингент здесь все-таки несколько ниже, чем в Казаре, поэтому здесь хочешь не хочешь, по цене ты, конечно, придешь сюда, потому что здесь дешевле. По качеству Bugatti это само за себя говорит название, с качеством вообще никаких нет проблем. Что касаемо там сервиса, возврата, случаи брака, это вообще не обсуждается. Ну и сам магазин, смотрите, насколько он интересен. Он очень простой магазин, он не такой накрученный, навороченный, как был Казар в свое время. Но, тем не менее, он такой же инновационный. То есть, когда вы зайдете в этот магазин, обратите внимание на какую фишку. Вроде бы вот простой телевизор. И телевизор как работает? Когда вы заходите в магазин, вы, скорее всего, подойдете к телевизору для того, чтобы посмотреть последние тренды, последние какие-то рекламные фишки. И внутри этого телевизора встроены аэробоксы, такие же самые, как стояли в Казаре. То есть, такие распылители специальных ферментов, которые, ну, заставят, вот как сейчас они... Прям чувствуешь, аж хочется что-то купить, которые прям так и говорят, оставайся в этом магазине. Что в этом магазине, жесть как интересно, это вот это покрытие. Это единственное покрытие на территории Латвии, это Винео. Это не то, что у вас дома или в соседнем магазине, это не паркет, это не кафель, это не ламинат и не ПВЦ. Это дизайнерский пол, который можно, в этот магазин можно хотя бы прийти ради того, чтобы посмотреть последнюю разработку немецких ученых, которые предлагают вот такой Винео пол. Я выкладывал фото и видео в Инстаграм, и мне уже звонили с московского магазина, они тоже хотят делать такой вот ремонт, и они спрашивали, как он в эксплуатации. Магазин уже запущен, и люди здесь уже двигаются, и что здесь прикольно, что здесь бегали и рохлы, и поддоны с гвоздями, и они не поцарапали, не убили этот пол. Пол выглядит действительно как натуральное дерево, отлично моется, и он шикарен. Что касаемо коллекции, здесь предлагаются и обувь, и сумки, и средства по уходу, то есть полную консультацию. То есть покупаете обувь, к ней можно подобрать такую же коллекционную сумочку, и продавец на кассе вас проконсультирует, как за этим всем ухаживать, что немаловажно. Интерьер сам как бы оформлен в белых тонах, но на самом деле это не белые тона, это Caporal Plaza 50 номер, кто знает. И вот этот черный цвет, он не имеет никакого номера, это специальная разработка дизайнера, то есть он индивидуально подобран, ну так же, как и было в Казаре. То есть такой цвет повторить вам не получится, ну мы уже пробовали, точно не получается. Что касаемо света, здесь свет такой, что, как можем видеть, здесь любая фотография, любой товар будет выглядеть идеально. Но здесь тоже дизайнеры подумали о клиентах, каким образом. Когда ты гуляешь вот по всему этому богатству, глаза у некоторых людей, ну, есть люди с ослабленным зрением, глаза могут уставать. Поэтому вы иногда можете подходить к таким вещам, например, такой лампочке, и вот глядя на эту лампочку, зрение, ну, как бы отдыхает. То есть вы посмотрели на коллекцию, на эту лампочку, зрение у вас отдохнуло, и можете дальше продолжать и заниматься покупками. Еще интересная фишка, которую придумал дизайнер местным, в этом магазине, сейчас я вам покажу, это, например, кассовый аппарат. То есть человек что-либо приобрел, подходит к кассовому аппарату, и у него есть последний момент еще посмотреть на свою обувь. То есть вот так она выглядит. Не зеркала, то есть если мы посмотрим, здесь, ну, есть стандартные зеркала, где можно себя в полный рост посмотреть. А это уже как последний вариант перед покупкой. Да, буду брать или нет. Вот встроенное зеркало в кассу. Очень удобно выглядит.
Вот. Разумеется, здесь есть и женский отдел. То есть, когда мы заходим по левую руку женский отдел, по правую руку мужской отдел. А детской обуви нету, да, здесь? Нет. А детской обуви здесь нету. Мне вот эти корки понравились. Сколько такие могут навскидку стоить? 85 евро. Ну, разумеется, о качестве нет смысла говорить. Тут все безупречно, все шикарно. Так, итак, это был очередной магазин, который мы сделали. Сейчас уже утро, из Балашки вылетело. По-моему, 63-й магазин, который здесь был. Находится в торговом центре «Альфа» на втором этаже. Вот примерно вот здесь вот. И следующий, который за «Бугатти». Теперь мы его делаем. То есть закончили тот магазин, получили заказ на следующий. Но это еще не все. После того, когда мы будем заканчивать вот этот бренд, у нас еще есть два заказа и даже командировка. Мы едем в Германию для реализации еще двух магазинов. А вот об этом бренде мы уже поговорим в следующем видео. На сегодня это все. Пока.